гляди-ка. О! Вкусные истории! Раз! Да! Не приставай к нему! Не кусай маленьких! Да что ж такое? Булочка, ты куда с утра? Да еще со всем зверинцем. Зубастик, не кусайся. Ой, решили к холодильнику прогуляться. Ребятам покулинарить хочется. Симпатяги какие. Палец в рот не клади. Обжорка, смотри, какие у нас гости. Добрый день. Что вы приготовите для моих домашних любимцев? О, красавцы какие. Блестят. Сейчас. Только холодильник загружу. А что они больше всего любят? Вот большой любит чебуреки делать. Остальные пельмени разные. Лучшее угощение для ваших питомцев – вареники. Мука, яйца и масло. Возьмите, только что из магазина. Ой, вареники и младшенькая любит, верно? А я умею делать вареники с творогом, повидлом, картофелем, грибами. Конечно, с повидлом. Это наше любимое сочетание вкусов. Да, маленькие? Как ты думаешь, ей помощь нужна? Не подведи. Стол мукой посыпь. И помни, чем тоньше тесто, тем вкуснее вареник. Мука, яйцо и масло. Не кусайтесь. Сейчас булочка вам все приготовит. Посолить не забудь и воды полстакана добавить. Не густое тесто должно получиться. Апельсиновые? На любой вкус. Черника, смородина, апельсин, малина. Каждому свой вареник. Алле, оп, хищники мои кулинарные. Не кусаться. Вареники уже варятся. Вот. Тебе какой? Они еще и готовить помогают. Умные зверюшки. Как же? Чудеса кулинарной дрессировки. Вот. Приятного вам аппетита!